Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это стихийное бедствие, игра The Wandering Village. Ну что ж, запустим. Запустим игру. И, как видим, мы с вами остановились в прошлой серии. Да, это не стихийное бедствие, это ужасное бедствие. У нас идет заражение по полной программе. Успеем ли мы его предотвратить? Я очень надеюсь, что успеем, потому что это ужасно, что у нас творится. В прошлой серии это все началось. Ну вот, смотри, теперь и дерево еще. Хотя я его пометила. Че стоим? Что стоим? Рви кусты скорее! Проморгала я заражение. Я понадеялась на своих бравых огнеметчиков. Они вместо того, смотри, она стояла тут и сама приболела, насколько я вижу. Так вот, бравые огнеметчики, конечно, тут все у нас сжигают, но не очень эффективно. То есть не настолько эффективно, сколько хотелось бы. Так. Давайте, ребятки. Да, сильно больной. И доктора, бригада докторов уже здесь. Все, смотри, все, пошли деревья, маточное дерево, берегите! Весь этот угол у нас с вами выгорел. Грибы, опять же, не забываем собирать и не забываем посматривать, что у нас творится здесь. Пока что дай-ка я поставлю паузу, потому что ух-ух-ух, события. Мы с вами приближаемся к засушливому району, поэтому пора позаботиться о кактусах. Наш Омба при этом себя вполне нормально чувствует. Ему вроде как норм. Никакие стихийные бедствия его не волнуют, что творится у него на спине. Он, конечно, немножечко у нас тут отравился. Но вполне возможно, что это происходит из-за того, что творится на спине. Да? Ой, слушай, и там вверху елки с палками. И там вверху еще... А здесь-то что? Почему никто ничего не собирает? Народу не хватает? Не знаю. Тут все помечено, в принципе. Но зараза распространяется. Да, сюда пришли огнеметчики. Ну вот, они сейчас тут у нас поработают. Так, ладно, оставим огнеметчиков работать. Сами переметнемся все-таки к нашим полям. Итак, мы пойдем в пустыню. Свекла в пустыне не растет. Поэтому... Собираем урожай, насколько это у нас получится. Собираем. Вот, больше ничего не сажаем из свеклы. Сейчас будем выращивать кактусы. С водой... Ну, так себе, немножечко есть в запасах. Так что можно оставить. Да, каменоломню не построили. А когда ж строить-то? Когда ж строить? Спасаться надо... Спасаться. Смотри, она не работает, понятно, потому что болеет. Доктор, ты оттуда не уходи. Ну, потихоньку убирают. Но опять же, если бы они убирали, а то они что-то уберут и потом убегут. Все жарко. Пустыня. А почему опять у нас такая музыка? Что такое? Ёлки, мы опять в этот лес. А это что? Загадочная скала. Блин, компот, да что ж ты будешь делать? Мы еще с этой заразой не справились, а у нас новая зараза. Ой-ой-ой-ой-ой. Омбу-омбу, держись. Держись, дружочек, а мы сейчас будем поглядывать. Потому что, как выяснилось, на огнеметчиков надейся, а сам не плашай. Да, вон они там жгут. Сколько у нас людей свободных? А почему столько много? Почему 10 безработных? Подожди. Ну ладно, хорошо, здесь у нас строится, так? На лесопилку у нас есть. Огнеметчики у нас по полной программе. У нас, может быть, им биогаза не хватает.
Мне, наверное, придется переключить тут на биогаз. Пардон. Вот. Им нечем заправлять свои огнеметы. Но тут они вроде пока эффективно сжигают. Слушай, только не вздумай, пожалуйста, там спать. Омбу, я тебя умоляю, не спи в этом лесу. О, видите, не успели войти, как вот она уже зараза. Вот уже пошли заразные кусты. Все наши ягодки. Не забываем выставлять приоритет. Ой, и тут уже кустик. Прямо смотри, как на смешку. Прямо перед пунктом огнеметчиков. Народ, народ, хорош жрать. Давай. Выкорчевывай наш элитный поселок. Сейчас превратится в пустошь, если мы не поторопимся. Так, ладно, здесь вроде... Нет, вон еще притаился гаденыш. Это, конечно, опа. Все заметить практически невозможно. Особенно в таком дыму. Тут уже не до грибов. Не до ягод. Остаться бы живы. Так, 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 здесь, вот, вот еще притаился. Вот гад притаился. Так, здесь пока не вижу. Так, здесь собираем. Вот притаился. А, его уже собирают. Так, здесь эти кустики мы пометили. Здесь шарик остался. Так, ладно. Вроде бы. Как долго будет этот лес? Ну, теоретически он уже закончился. А почему у меня все разведчики? Они уже пришли? Как они быстро сбегали? Мне нужен песок. Это что, карьер? Ладно, отправляем сюда. Деревни пока нет. Почему у меня 8 человек? Странно. Омбо, только не засыпай, пожалуйста. Это тоже какая-то загадочная скала. Нет, все-таки мы еще в каком-то гиблом районе идем. Так, ну, судя по музыке, прошли. Так, музыка-то музыкой. Нам пора сажать кактусы. А мы свеклу еще не собрали. И ее, ну, вообще-то, есть куда собирать. Так, ага, ага. Видали, что подбирается, зараза? Так, ладно, огнеметчики работают. Что у нас с биогазом? Давай посмотрим. Биогаз производится. Его немного, но... Надо, чтобы наша зверюга покушала, чтобы было из чего делать биогаз. Кстати. Так, и каменоломню мы отстроили. Давай-ка... Ну, 2 человека, окей. Что у нас с жильем? Он бы погиб... Как это погибает? Кто погибает? Почему погибает? Печальное зрелище. Наши жизни могли бы закончиться так же, если бы не наше упорство, взаимовыручка и, конечно же, твое руководство. Мы должны сделать что-то, чтобы увековечить память о нашем непростом пути. Да, мы построим памятник взаимовыручки. Думаю, это отличный момент, чтобы окончательно уступить себе место старейшины деревни. В смысле погибает? А нет, подожди. Подожди, это не наш Омбо погибает. Это... Вау. Это вот погибший Омбу лежит. С ума сойти. Вот
Вот это да. Вот что за таинственная скала. Смотрите, его одолели эти... Ой, наш чудо-пуха лежал тут, решил тут прилечь. Ну, тогда у нас есть еще время осмотреть этого омбу. Ой, погибшего. Спатенький он решил. Ну ладно, спи, спи. По крайней мере, вроде бы тут не заразно, если я правильно понимаю. Но зрелище действительно печальное. Что и говорить. Сильно ядовитый воздух. Мама мия, ну ты улегся. Тут ядовитый воздух. Тут ядовитый. Спать он тут будет долго. Опять в ядовитом воздухе. Но единственное, что это вроде не облако со спорами. Если я правильно понимаю, а значит, у нас еще есть шанс, что мы... Нет, этот гриб уже не успеем собрать. А вот этот успеем. Так вот, собираем свеклу, ребятки, собираем, собираем, собираем. Вот, а то, что не собрали, да, наши начинают болеть. У нас 8 безработных людей. Сейчас мы их куда-нибудь пристроим. Более того, там у нас открылись какие-то построечки новые. Я просто не успеваю ничего делать. События разворачиваются катастрофически. Так, ладно, давай уже все переходить, наверное, на... Действительно, на кактусы? Или все-таки они успеют собрать свеклу? Ну, пусть пока собирают. Так, а мы пока будем собирать грибы. Еда для омбу у нас есть. Вода закончилась. А также у нас сильно израсходовался биогаз. Посмотри-ка. Конечно, он израсходовался, потому что у нас тут такая огромная работа была проделана. Ну что же, будем собирать, насколько он появится. Пока омбу спит, тут никаких... Никакого биогаза не ожидается. Так, я проверяю сейчас дороги. Насколько они попортились, вроде бы нет. Так, свеклу, свеклу, собираем свеклу активненько. Активненько. Ну, тут уже, наверное, нечего собирать, тут не вызрело. Так, поэтому... Поехали сажать кактуса. Здесь, наверное, тоже. Так. А кукурузу. Здесь пшеница, по-моему, еще более-менее растет. Ей, конечно, требуется вода. Но воду мы сейчас добудем с кактусов. Вот. А здесь никакой свеклы. А, подожди, помидоры, в принципе, могут расти. Но лучше всего растет кукуруза. Как нам и говорили, она растет медленно, но она растет. Вот. Все, установили. Так что давайте, ребятки, давайте. Дерзайте. Так, этот говорит, у меня ничего... А, слушай, ягода? Как так ягод нету? Ну, здесь 3 собирателя. Здесь 3 собирателя. Мы понаделали кучу мюсли. У нас, наверное, потому что слишком много кухни работает. Это на свекольник, а это работает на мюсли. Так, тебя мы сейчас переключим сразу на мамалыгу. Давай. Ее пока что у нас нету, но мы уже заготовимся. А, ну правильно, у нас вон сколько кухни работает, и все они работают на мюсли. Так, хорошо, это будет 2 свекольника. Свеклы много. На мюсли будет работать одна. Ты будешь работать на мамалыгу. А вот куда будешь работать ты, я не знаю. Работай пока на мюсли, потому что у тебя тут вон прямо, как говорится, под носом ягодная плантация. Иди вон прям
повар пойдет сам. Видишь, он сам пошел, говорит, от вас не дождаться. Пока вы тут что-то вырастете, я сам принесу. Вот, молодец. Правильно, так и надо. Не надо ждать милости от природы. И тем более фермеров. Так, жарище. День начался. У нас высокий уровень токсичности. Тактичности. В пустыне. Кто б мог подумать, что у нас тут будут такие проблемы. Отправляемся за камнями, отправляемся за деревом. У нас и того, и другого маловато будет. Тут у нас развилочка. Надо же, мы нашли умершего. А, кстати, подожди. Давай-ка посмотрим. Нам сказали, что мы можем построить какой-то памятник. Памятник выжившим. Ох, елки с палками стекла, железо. Ну-ка, давай хотя бы посмотрим, как он выглядит. Он огромный. Там какая-то скульптура. Мы его непременно построим, но как-нибудь, наверное, немножечко потом. Пока что нам не до памятников. А, что мы изучаем? Мы ничего не изучаем почему-то. А почему? Потому что мы изучили смотровую вышку. Вот. И именно ее я собиралась построить. Так, по ресурсам. У нас есть рассадник. Можно выучить, наверное, лесопилку. Из таких безобидных дел, да? Она стоит 3. Либо для омбу. Разжижитель пищевых продуктов. Превращает обычную еду омбу в жидкую для кормления с помощью насоса. А насос? Зачем ему насоса? Насос для кормления омбу. Позволяет кормить омбу жидкой едой, которая восстанавливает больше сил. Для строительства нужно пробурить скважину в спине омбу. Это может подорвать доверие. Ой, я не хочу. Я не хочу бурить ему скважину в спине. И тем более просто его кормить, как говорится, насильно. Не. Так, это уколы омбу. А зачем ему уколы? То есть он может у нас заболеть так, что не обойтись без уколов. Итак, у нас 4 знания, поэтому давай-ка мы возьмем слабительное. Мне так кажется, оно нам пригодится, потому что мы уже с вами видели грибочки, вернее камешки, которые очень похожи на грибочки. Так что учим это дело. А вдруг он их съест? А вдруг у него будет запор? И что тогда? Мне даже очень интересно, что тогда. Но пока не будем строить лесозаводчик, хотя он называется лесопилка. Потому что, в принципе, у нас вот тут еще есть кому добывать. И пускай добывают. Ох, ладно, выдохнули. Немножечко выдохнули. У нас что такое? Нет доступных инструментов. Ну, обойдетесь без компоста. Давай, работай. Компоста нет и не будет. Нет воды. Угу. А вы тоже будете, наверное, без компоста. У нас 27 всего. Давай-ка без компоста. Ты, ну да, можно. Но нет воды. С палками как все плохо-то. Так, тебя мы закрыли. А почему закрыли? Откроем. Ну давай сюда человека поставим. У нас есть руда, пусть плавит. Ну, как-то я, очевидно, автоматически на него кликнула. Итак, что с людьми и что с жильем? Есть и то, и другое. Страдает от яда аж 10 человек. У нас 111. Так, разнообразие и качество их радует. Жилье не очень, но жилье мы не все построили. И, в принципе, сейчас пока... Подожди, у меня кактусы здесь, а здесь что у меня? Куруза. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Хлебушек еще есть, муки не вижу. Да, муки нету. Потому что тут у нас нужна вода, везде нужна вода. Активно выращиваем кактусы. Что у нас тут не хватает?
Как нет места для посадки? Ну так, да ладно, хватает вам места для посадки, просто еще не выросли кактусы. Вот, все, кактусы начинают расти, у нас начинается посадка. Так вот, что я хотела? Я хотела построить смотровую вышку. Стекла у нас маловато. Вау! Вау, а где ее можно ставить? А, смотри, можно здесь поставить. Можно где-нибудь сбоку поставить. Здесь. Сюда не будут долго ходить. О, смотри, можно здесь поставить. Давай поставим здесь. Они тут далеко ходить не будут. Вот, ребята, вперед. Строим вышку, стекло. Ну, мы идем по пустыне. Я надеюсь, мы найдем песок. Вот, кстати, дюны. Отправляйтесь. Так, одни принесли нам дерево. Он бувеляет хвостом. Он, наверное, во сне это делает. Не иначе. Вот. Зато, когда мы построим вышечку, мы увидим все. Я, наверное, думаю, что людей мне, наверное, пока что больше не надо. Подождем пока с людьми. Давай отправим еще за камушками. Либо отправим в заброшенное поселение. Там тоже можно что-нибудь найти. Не обязательно людей. Оно заброшенное. Окей. Дракоша спит. Какая картинка, да? Смотрите. Он, конечно, улегся. Мне кажется, что это вот от этого умершего Умбу еще распространяется. Вот эти миазмы. Как мне кажется. Потому что явно... Явно от него, да, зараза выходит, споры вылетают. Бедный, мне его очень жалко. Рожки у него сломались. Оброс весь грибами. Кто ж тебя так довел, бедолага? Наверное, кто-то на тебе тоже ездил недобросовестно, да? Но мы будем нашего Умбу беречь, мы такого не допустим. Ну, по крайней мере, постараемся. Приложим все силы для этого. Вот. Ну, давай займемся. Так, да, сильно ядовитый воздух, токсичность. Кушать он хочет, он сам заражается. Его надо лечить, а у нас нету травы. Ёлки с палками, у нас практически нету травы. У нас трава закончилась. О, май год. Печаль, беда. Не, ну какие-то листики есть. И дай-ка посмотрим. Нам трава-то нужна здесь. 40 есть тут листиков. Хорошо. Потребляют очень сильно траву лекари. Правильно, потому что они лечат людей. У нас 20 заболевших. Так, ну грибочки все равно собираем. Собираем, собираем. Не простаиваем. Биогаза где-то 12 они наковыряли. Я уж не знаю где. Но где-то наковыряли. Стекла не хватает. Стекла надо еще 4 штуки. Будем надеяться на наших разведчиков. Так, что у нас там с кактусами? Кактусы пошли. Кактусы пошли. Отлично. Давай вот ты это тоже соберешь. Вот прямо у тебя тут у дверей совершенно ненужная тебе свекла. Они еще плохо работают, потому что болеют медленно. А тут вообще все очень плохо. Так, кукуруза пока еще не выросла, поэтому это наша кухня простаивает. Ну пусть простаивает. Еда пока что есть. Хлеб, мюсли, свекольник. Ягоды все разбираются прям вот. Не успевают их наши собирать. Но опять же, там у нас есть больные. Так, ты просыпайся скорее. Я не хочу его будить. В принципе, теоретически, по-моему, мы можем его разбудить. Давай-ка посмотрим. Там у нас тоже сидит больной товарищ.
Можно спать, есть, лечь, идти, бежать. Наверное, мы его можем разбудить, если так ему скажем. Ну, я просто не хочу, правда, правда. Ему тоже, конечно, нехорошо, но пускай выспится. Что делать? Зато у нас эксклюзивная картинка. Да, да, да. Немного уже осталось спать. Ладно, ладно, переживем. Сильно страдает от яда два человека уже. Мы сожрали все пилюли. Гомеопатия нам больше не помогает. Выросший гриб. Убираем. Так, мне очень подозрительно, почему... А почему ты не работаешь? А, и грибов нету. Да, вода. Все дело в воде. Воды нету. Кактусы стали расти позже. Местные жители страдают от яда, нам пишут. Я знаю. Я знаю, но терпите. Что делать? 29. Так, и один сильно отравлен. Травки больше нет. Да. Ну ладно, зато вон пошли. Пошла мамалыга. Сейчас будем готовить. И Карня тоже говорит, что у нее нету муки. Все плохо растет. На то она и пустыня. На то я и не люблю пустыни. Но только в пустыне мы можем добыть ресурсы. Так, наши жители принесли хлеб. Разведчики. Это вот отсюда они принесли. Отсюда они принесут, скорее всего, дерево. Я очень надеюсь на это. Потому что дерево плохо добывается. А, нет, не дерево. Дерево уже приносили. Вот, вот, стекло. Песочек для изготовки стекла. Не знаю, сколько они его там найдут, потому что, в принципе, нам нужно очень много песка для того, чтобы делать стекло. На одну стекляшку нам надо 7 песка. Соответственно, 4, 7 и 4, 28 песка нам нужно. Так, Омбу, ты наконец-то проснулся. Ну, спасибо тебе, дружочек. Давай, 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 уходи отсюда, уходи. Лечить я тебя пока что не буду, потому что у нас все плохо с травой и со здоровьем. Слушай, смотри, он даже встал. А не важно, как он встал или не встал. Мне надо просто пройти этот участок. Этот участок со странной скалой, где мы так неудачно заснули. Так, наши принесли 32 песка. Хорошо. Хорошо. Этого, в принципе, должно хватить на обзорную башню. Давай подождем немножко, подойдем к этой развилке. Посмотрим, может быть, у нас еще тут где-то песок откроется. И мы тогда зашлем наших разведчиков. А может быть, мы успеем достроить башню. Так, ну что, вода, кактусы. Кактусы наше все. Кактусы наше все. Сажаем кактусы. Собираем свеклу. Просто убираем ее отсюда. Она мешается. Надо было раньше приостанавливать рост. Это все надо, конечно, рассчитывать заранее. Приостанавливать рост свеклы раньше, чтобы успеть ее собрать. Вот. И уже заранее начинать сажать культуры, нужные в определенном биоме. Давай, давай, выкапывай. Просто все выкапывай. И здесь надо сажать кукурузу. Кукурузу они сажают, но кукуруза растет медленно. Нам об этом... Нас об этом тоже предупреждали. Вот. И... Как я уже раньше говорила, в принципе, они убирают потом эту культуру, которая не растет. Но это тоже происходит очень медленно. Потому что наши фермеры заняты совсем другими делами. Они сажают. Вот. А остальных тогда, бездельников, мы отправим все это дело убирать. Так, отлично, здесь убрали. Теперь осталось убрать здесь больше кактусов, богу кактусов.
Сейчас, дружочек, сейчас я тебя покормлю. Подожди, не кричи. Кушать хочет, у него же половина. Вот, мне надо задать нашим бездельникам работу. Потом уже спокойно заниматься всем остальным. Так. Сколько же свеклы. Ну, сейчас пойдет. Кактусы выросли. Кактусы растут хорошо. Вот, так, отлично. Башню. Строим башню, ребята. Тащим стекло. Угу. Хорошо, со стеклом дело пошло. Так, кормим. Нашего дружочка. На нуле, все, прошли. Держи фрикадельку. Ам. Вот. Угу. Я не знаю, насколько ты наешься. Так, и лечить тебя пока что подожди. Жди, терпи. Мне нужны дюны. Так, смотри, мы можем свернуть здесь. Там у нас опять ядовитый лес. Надо посмотреть, что у нас впереди. Дерево у нас тоже как-то так плохенько добывается. Ну, дерево не проблема. Святилище сразу отправляем. Карьер. Так, нет, это не то, что нам надо. Ладно. Возвращаемся. Итак. Все, свеклу убрали, вода пошла. Кактусы пошли, кукуруза тоже пошла. Пшеницы нет. Соответственно, нет муки, соответственно, нет хлеба. Но вот только-только она начинает расти. Еще все болеют, у нас нету цветов. Цветы тоже только начинаются. И да, компоста-то у нас и не будет. Мы делаем биогаз в больших количествах. Его пока что тоже недостаточно. Как же нам сильно навредила вот эта вот проходочка в ядовитом лесу. Очень сильно навредила. Нам даже не до коттеджи. Итак, мы исследовали слабительное. У нас еще есть крепящее. Но пока что подожди. Давайте-ка мы вернемся к деревне. Дороги тоже сейчас, наверное, не до дорог. Хотя, как я сильно подозреваю, что продуктивность у нас сильно изменится, если мы сделаем каменные дороги. Но еще лучше у нас изменится продуктивность, если мы изучим лесопилку. У нас как раз 3 знания, поэтому давай изучаем. А на все остальное уже будем как-то набирать. Кровавый колодец. Автоматически извлекает из сердца омбу. С каждым ударом кровь. Этот процесс увеличивает голод, снижает здоровье, доверие. Да ну. Нет, как я и говорю, мы посмотрим с вами все здания, но не факт, что мы будем ими пользоваться. Не то, что не факт. Я думаю, что мы не будем ими пользоваться. Вот. Так, да, он не такой голодный. Болеют наши почему? Потому что у наших врачей явно не хватает травы. Да, травы у них нет. И трава только-только начинает тут расти. Ей нужна, конечно, вода и ей нужен компост. Но если мы включим компост, они тут станут в позу и будут ждать, пока придет компост, и ничего не делать. Поэтому уже как-то так оставляем без. Так, что у нас по карте? Угу. Песочек. О, нет, это обжигающий песочек. Это не тот песочек, который можно собрать. Как бы мне хотелось бы, чтобы они завершили нашу башню до... Этот сильно болеет. Слушай, они... 111 жителей сильно страдают. 12! Травы! Скорее, травы!
Ну, есть уже какие-то травиночки, вот наши врачи пошли за ними. Но этого так мало, как я и подозревала, что с травой могут быть проблемы. Так, осталось одно стеклышко. Оно у нас есть? У нас есть одно стеклышко? 5, вот, есть. Несут песочек. А мы пока что давай посмотрим. Итак, куда мы пойдем? Я не хочу идти по обжигающему песку. Кроме всего прочего, как мне кажется, здесь тоже какая-то ядовитая дрянь. Да. На нем лучше не задерживаться. Я надеюсь, ты не заснешь на нем, если мы сюда пойдем. Потому что я не знаю, конечно, как вот эти биомы разделяются, но мне кажется, что здесь у нас гораздо ядовитее, чем здесь. Хорошо, давай подойдем еще поближе. И, может быть, мы успеем. А! Умирает от яда! Мэдди умирает от яда! Жорж умирает от яда! 3 человека у нас умерли! Ой-ой-ой-ой-ой! Еще 2 умирают от яда. Да что ж ты будешь делать? Ай-яй-яй-яй-яй. А кто? Где они были? А где они, кстати, умершие? Они так просто умерли? Или их надо хоронить теперь? Ёлки с палками. Железная печь. Давай-ка так. У нас нечего делать. У нас нет руды. Мы тебя уберем. Видали? У нас теперь и... Работники пропали. Ой-ой-ой, как все плохо. Так, сколько здесь у нас? 3 рабочих. Травник, давай, делай что-нибудь. Да что ж вы так медленно-то? Все, в принципе, у вас есть. Вода есть. В чем дело? Но... Полежали в этом гиблом месте. Ну что ты будешь делать? Эпидемия разрастается. Сильно страдает один. Все, он либо умер. Так, он бы сомневается. Впереди перекресток. Нет, он не умер. Его вылечили. Фух. 111 у нас было, 106 осталось. Это сколько ж у нас умерло человек? 5 человек. Мы потеряли 5 человек. Да. Он бы сомневается. А вот я, наверное, не сомневаюсь. Мне не нравится здесь раскаленный песок. У нас и так все плохо. А здесь у нас есть место отдыха. Поэтому там, конечно, будет мерзкий этот лес. Очень противный. Подожди, а мы не достроили вышку? Ой, стоп. Мы все еще не достроили вышку. Почти достроили. Давай, иди. Там еще немножечко тебе пару шажочков осталось. Я надеюсь, что мы достроим вышку до того, как ты свернешь. Давай, вперед, приоритет. Все сюда. Все на стройку вышки. И грибочки тоже не забираем. Почему-то мы... Ну, просто так они их и не будут забирать. Так, стоп. Ты дошел там? Он довольно быстро шагает. Здесь у нас разведка, другая разведка ждет. Нет, друзья, знаете что? Я все-таки не буду рисковать. Я скажу ему идти на север. Наш омбо подчиняется команде. Вот, потому что достроят они ту вышку, не достроят. А мы сейчас еще влезем в раскаленный песок, обожгем омбу лапки, здесь все сгорит. И все будет очень плохо. Ну, зараженный лес без травы сейчас тоже идти не особо. Может, еще одного травника построить? Наверное, да. Наверное, да. Смотри, как трава уходит. 29. Так, ура. Мы построили башню. Башня красивая. Посмотрим мы ее с вами на паузе. Потому что каждая секунда дорога. У нас очень напряженная обстановка. Да-да, вот все вот ребрышки за бортом напоминают нам о том, что может быть. Башня красивая. Так, тут кто-то есть, кто-то идет.
А если мы посмотрим теперь на карту... О! Лепота. Пошли за песком. Нам нужно стекло. Так, еще мы пойдем. А, еще мы никуда не пойдем. Мы разведываем вот это вот. Ну, даже если бы я и не видела, я бы все равно пошла сюда, потому что, во-первых, место отдыха, а тут место песка. Тут он опять ляжет спать и заразится, и всех нас заразит. Поэтому попросим мы его, даже если он не будет спать сам, выспаться здесь и отправимся туда. Все так, все так. Но как же печально. Как же печально. Сейчас мы получим знания. Я попробую отправить наших сюда, если успею. Давайте поэтому поторчим немножечко на этой карте. Дождемся, когда у нас тут разведается часовенка. Смотровая вышка. Омбу виляет хвостом. Виляет хвостом. Грустненько как-то он виляет хвостом. Либо это мне грустненько. Трава у нас не прибавляется, а пшеничка стала расти. Так, вернулись, да, со знаниями. Давайте в шахту. Ого. Ой, слушай, а вот еще знания. А мы их променяли на шахту. Они сейчас уйдут. Эта часовня сейчас уйдет, мы сюда не успеем. И, к сожалению, разведку мне не отменить. Ну, да ладно. В принципе, все необходимые знания у нас есть. Вот такая вот башня. Там у нас тоже больной человек сидит. Вот. А я предлагаю заняться чем? Тем, что мы с вами построим... У нас, правда, всего два человека. Но мы построим с вами то, что необходимо. А именно... Травника. А именно травника. И травника я построю вот здесь вот. Пускай у нас будет два здания, а поле у них будет общее. Да, здесь ягоды, но что делать? Ягоды мы сейчас соберем. Так. Травнику, конечно, придется бегать. Но на самом деле склад здесь рядышком. И вот здесь тоже склады есть. Он может туда складывать. Так, вперед. Очень быстро это мы должны сделать с вами. Ой, нет. Да, давай так. Что делать? Вот так вот. Теперь все ягоды. Все ягоды. Грибы, ягоды. Так, ой, дорога прицепилась. Убираем. Собираем ягоды. Вот они нам уже будут не нужны. Ну, эту можно, наверное, оставить. Все равно очень далеко эти травники у нас не ходят. Вот, хорошо. А чего не хватает? Чего не хватает? Древесины не хватает. О, елки с палками. Ну, древесину давай. Вот эту собирай. Вот эту собирай. И будет себе древесина. Так, теперь у нас жилье освободилось. Что такое? Что это? Омбу, стой. Омбу, иди спать. Ты идешь спать? Наверное, мне надо ему сказать, чтобы он шел спать. Да, ведь он сам не пойдет или пойдет. Давай посмотрим. Лишний раз его тоже не хочу насиловать. Не-не, то он умничка у нас.
здесь не действует я, а Томбо может спокойно выспаться. Так, наши разведчики пришли. Они принесли знания, но эта часовенка у нас скрылась от нас. Мы ее больше не видим. Те у нас там в шахте ковыряются. Здесь они уже разведывают. Да, зевоньки. Давай отправим их в эту шахту. Почему нету доступных? Ах, ну да. Ах, ну да. Так, ладно, он бы здесь долго спать не будет. А нам надо готовиться к новому биому, кстати, о птичках. А это значит, что в деревне... Ну-ка, стоп, на паузу. И... Сбор... Не-не-не-не-не, вот так вот. Только собирать. Кукурузу тоже. Только собирать. Кактусы собираем. Вот. Все, потому что эти вещи у нас не растут во влажном биоме. Да, здесь собираем. Здесь и то, и другое. Воды, как обычно, нули. Здесь собираем. Кукурузу тоже собираем. Все, немного мы насобирали кукурузы, честно говоря, пока были в пустыне. Так себе. Немножко больше у нас стало ягод, потому что мы переключили кухню. Тут все болеют, и травы у докторов нет. Также болеет наш Омбу. У него 35% отравления. Это на самом деле много. Это даже за раз не вылечить. Поэтому давай-давай. Тут прям вот приоритет-приоритет. Прям вот приоритетистый приоритет. Режем прямо здесь доски. Бревна. Не, дорогу делают. Ну, они говорят, а какой приоритет? У нас нету материалов. Мы тут вообще... Чем мы тут можем? Это все плохо работают. Ну, ягоды они собрали, это да. Это уж, как говорится, тут надо отдать им должное. Это они могут. Так, он у нас выспался. Слушай, а тут почему так пусто? Тут... А, ладно. Выспался наш омбушка-то. Выспался. Даже все кактусы не успели собрать. А он уже все, пошел дальше. Вот, и надо готовиться. Опять тут у нас облако спор. Черт. Как все неудачно складывается у нас. Виляет хвостом, спит. Слушай, давай я тебя, может быть, покормлю. Вот, друзья, смотреть уже не будем, потому что пока что некогда. Мне надо сейчас поймать момент, когда они тут все построят, чтобы быстро-быстро засадить тут травой. Так, что такое? Поиск защиты от солнца. Разведчики прячутся под обрывом. Они там встретили племя, танцующее ритуальный танец. О, танцы! Давай присоединимся. А что мы можем сделать? У нас нет воды. Разведчики присоединяются к танцу. Все счастливы. Через некоторое время слышится раскат грома и начинается дождь. Ура! Вместо пыска мы приносим воду. Наложен эффект высокая эффективность. Вот оно что. Вот, смотри-ка. Высокая эффективность. 2 дня. То есть фактически почти 3 дня наши ребята будут прыгать и скакать, потому что они вспоминают, как они танцевали с аборигенами. Было весело, здорово. Ты чё там ешь? Стоп, подожди, ты чё ешь-то? А, нет, а это мы его кормили. Я забыла, что мы его кормили. Да-да, мы его покормили. А, но пока я его не буду лечить, потому что нам самим. Так, железную руду, дом травника. Стоп. События, как говорится, я ничего не успеваю. Так, посадить.
посадить. Не-не-не, вот. Плохенько как-то оно тут сажается у нас. Ну да ладно, мне главное просто, чтобы... Вот здесь вот тоже есть поля. Пусть обрабатывают. Это, в принципе, тоже ему под силу. Вот, сколько может, столько пускай и посадит. А, вон куст убирает уже, давай. Так, и здесь. Этот куст тоже можно убрать. Вот, если хотя бы это он все обработает, это уже будет неплохо. Так, здесь уберется дерево. Ну и ладно, древесина нам тоже нужна. Так, вот. Все, давай два человека сюда. Поехали. Два-то человека у нас есть. Есть. 106, 114. Так, подождем пока с коттеджами. Пока не до коттеджи. Кактусы убрали. Вы свеклу даже до сих пор не убрали. Кукуруза вон созрела еще одна. Отлично. Может, еще одна успеет вызреть. Ну, или те же кактусы дозреют. Да, немножко они тут что-то дозревают. Так, стоп. Дай-ка посмотрим. Пока еще жарко и засушливо. Во, там есть еда. Ну, мы его накормили. Но нигде нету песка. Мы так долго шли по пустыне и не нашли песка. Безобразие. Пошли тогда за деревом. Пошли за деревом. А что делать? Там у нас ходят люди. Мы их, наверное, подберем. Нам, в принципе, народ еще нужен. Так, поехали. Вот, главное успеть собрать. Это что такое? Свекла? Осталось тут. Осталось сидеть тут свекла. Ну вот, и кукуруза доросла. Отлично. Жарко-жарко, давай-давай. Последние кактусы дорастают. Отлично. Еще что-то мы немножечко успеем. Расти, кактус, все. Кактус не вырос. Ладно. Убираем кактусы. Кактусы срезаем. Здесь опять сажаем свеклу. Вот, благо уже одна есть. Так, здесь кактусы убираем. Они не успели. Это их проблема. Что это? Слабый ядовитый воздух. Да что вам пусто было-то, а? Да что ж ты будешь делать? Так, подожди, стоп. Сейчас мне до этого. Разобрались здесь с кактусами. Что еще можно сажать? Так, пшеница здесь растет. И так, отлично. Здесь у нас свекла. Здесь мы сажаем. Что тут у нас еще хорошо растет? Помидоры. Так, будут нам сейчас помидоры. Здесь мы сажаем. А надо свеклу сажать. Свеклу мы подъели. Либо помидоры, потому что... Ну, окей. Хватит нам, наверное, одной фабрики. Фабрики, кухни. А пшеница, я думаю, сейчас тут у нас вырастет и так. Да? Я думаю, что да. Не-не-не, пшеница. Так, а здесь помидор. Все. Ой, а теперь давай смотреть, что у нас с травником. Ну, пока он тут у нас что посадит еще. Пока что-то. Компост есть у нас где-нибудь? Какой-нибудь компост. Давай сюда компост. Не вижу. Не вижу компоста.
Нет, и все. Нет компоста. Так, ну что ж, смотрим, где зараза. Где у нас зараза? А каким образом мы здесь оказались? Подожди-ка. А, ну да, мы влетели прямо в это облако. Безобразие. Благо, что у нас еще настроение хорошее. Но поможет ли оно справиться с заразой? Хорошее настроение продлевает жизнь, но никак не помогает от заразы. Никак. Ну смотри, этот уже куда-то пошел, он уже что-то увидел. Ага, вот, наверное, этот кустик, да? Я надеюсь, что это тот кустик, куда ты сейчас идешь. Да, это именно туда. Смотри, нет, что-то они видят. Что-то они видят. Мы просто в прошлый раз, я зато ничего не вижу. Сидели слишком долго, мы спали слишком долго в ядовитом месте. Отсюда и такие проблемы. Что теперь? Знакомство с дикарями. Железа нет, я железо вам не дам, дикари. Ой, не дам я вам железо. Железо нам очень тяжело дается, собственно говоря, как и хлеб. Но здесь из хлеба еще можно. А, мы пришли с миром. Лучший способ подружиться — вместе поесть. Ну, давай угостим их хлебом. Положен эффект, высокая эффективность. Они благодарны за твое предложение. Взамен старейшины просят лесных духов благословить странствующих жителей. Ну, спасибо. Мне бы, конечно, лучше бы деревяшечки бы. Ну, ладно. Ладно, так, сюда мы никого не посылаем. Во-первых, тут нечего делать. Во-вторых, у нас нету руды. Так, здесь у нас потихоньку начинают выращивать травку. Мы прошли эту гиблую зону. И у докторов потихоньку тоже начинает появляться трава. Но пока что только потихоньку и очень потихоньку. Ладно. Так, кухня, которая работала на мамалыгу, потихонечку переключается на... А нет, это пекарня. Так, это была последняя, очевидно, мамалыга, да? Да, больше ее нету. Давай-ка на помидоры. Я знаю, что нету помидор, но скоро будут. Так, мы здесь мы делаем мюсли, здесь мы делаем мюсли. Здесь мы болеем, но делаем свекольник. Молодцы. Молодцы. Отлично. Ой, как мы тут сильно болеем. Низко, высоко. Омбут. Давай только не будешь ложиться, а? Пожалуйста, не ложись. Не ложись, Омбу, не ложись. Какие гадкие леса. Вот самое все-таки гадкое место, это вот эти леса. А, слушай, вот, давай, за знаниями топай. Сейчас посмотрим, может быть, здесь что-нибудь откроется, опять же, из песка. Чем нам это поможет, я не знаю. Я предпочитаю ходить, конечно, по холодной зоне. Там все плохо растет, но там меньше зараза. Вот, даже здесь, видали, все равно у нас 14 еще зараженных. Потому что народ даже в такой низкой температуре, вернее, в низкой токсичности, все равно они заражаются. Так, а что тебя тут нету? Ну, нету на компоста, значит, без компоста. Давай, только работай. А вы почему не работаете? Где вот они? Вот где этот? И куда-то он кушать ходит. Год, а ты где ходишь? И этот ходил жрать, да? Ага. И ты ходил жрать. Они пока не наедятся, они не пойдут работать. А тут, как говорится, хоть трава не расти в прямом смысле этого слова. Ой. Вот с палками. Работнички. Так, что у нас там произошло? Ты встречаешь группу кочевников, ищущих новый дом. Берем. Сейчас они там будут зараженные, да? 3 отравленных жителя. Вот тебе и пожалуйста. Вот
Тебе и пожалуйста. Надо поскорее пройти этот отрезок пути. Давай посмотрим, что у нас там впереди. И... ну, я не знаю, может, даже в пустыню. Куда угодно, но только не по этим вот токсичным местам. Очень они плохие, прям ужасно. Отвратительно. Так, зато здесь можно его покормить. Ну, я не знаю, может быть, пускай он сам поест. Посмотрим, если не будет есть сам, то запихаем. Проборим дырку и будем заливать. Не, ну так-то мы не будем поступать. Но здесь у нас аномальная жара. Кстати, вполне возможно, что здесь, вот там вот за этими грибами, тоже заканчивается. Ладно, дойдем до перекрестка. Мне нужен песок, мне нужно стекло. У нас тут все очень плохо. Зато воды, масса воды. И ничего такого тут нету. Ладно, хорош тут торчать. Вернемся сюда. Так, что с людьми? 13. Ну, чуть-чуть подлечиваются, по-моему. Чуть-чуть подлечиваются. Конечно, надо было мне сразу сделать. Страдает от яда. А где ты, страдающий от яда? Ну, он такой, даже без картинки пока. Вот куда ты идешь? А вот теперь-то он страдает от яда. И куда ты идешь? Слушай, ну ты жрать, а? То булку ему подавай, то еще что-то. Так, у нас, кстати, 5 безработных. Знаете, что мы с вами построим? У нас есть такая вещь, как... Диану. Мы его выучили, а мы его не выучили. Разве ж мы его не выучили? Ларек с едой. Ах, не выучили мы ларек с едой. Сейчас объясню, что это такое. Ларек с едой это, скажем так, раздатчик для тех, кто далеко. Вот чтобы они не бегали с края карты к кухням. Ставишь ларек, туда привозят еду. И вот эти работники уже ходят в ларек и оттуда берут еду. Ну, опять же, если она там есть. Если, например, они хотят хлеба, а в ларьке нету хлеба, то они все равно побегут вот к булочнику. Вот такие они, своенравные. А вы кто такие? Лекари. А, они там лечат. Хорошо. Во, наконец, трава появляется. Так, у этих есть 2 травинки. У этих тоже 2 есть. И где-то 2 есть на складе. Уже легче. Уже полегче. Мне надо срочно полечить омбу. Так, слушай, тут у нас еда. О, я вижу знания. Отправляемся туда. Так, слушай, дружище. Кочевники поселились, омба виляет хвостом. Так, ну смотри-ка, тут есть еда. Я, наверное, попрошу его поесть. Да, я попрошу его поесть. Как это делается? Нет. Есть. Омба подчиняется команде. Ну еще бы, покушать-то. Покушать-то, омбу. Это же всегда хорошо. Вот, а пока ты кушаешь, я посмотрю, что здесь у нас в деревне с больными жителями. Потихонечку, да, очень-очень потихонечку. Но я надеюсь, что мы выбираемся. Вот, мы сейчас строить никакие коттеджи не можем, ничего. У нас действительно нету материалов. Вот так вот. А одной песчинки не хватило, чтобы сделать еще стеклышко. Ну, одно стеклышко нам тоже не помогло бы, ну вот, от слова никак. Так, красивая башня. Ты там не объелся? Хотя объедайся, объедайся. На навоз нам тоже нужен.
А Бостон тоже нужен. Кушай, детка. Ой, все съел, все съел. 109-й день, друзья. 109-й день. На самом деле мы очень много прошли. Ты только сейчас прямо спать-то не будешь, я надеюсь. Вот. А, да, и там тоже пустыня. Здесь обжигающий песок. Здесь аномальная жара. Поэтому мы пойдем туда. Там... Ой, тут еще ядовитые споры. Не, мы пойдем прямо. Омбо, как хочешь, мы идем прямо. Но я боюсь... Да я не боюсь. Я более чем уверена, что где-то здесь он уляжется спать. И это будет веселье выше крыши. Поскольку места опять заразные. Сейчас я подожду разведчиков и отправлю их, наверное, пока не закрылось, вот туда, в шахту. Нам нужна руда, нам нужно, ну, железо. Нам все это нужно. А даже, наверное, и в эту шахту. Они успеют. Даже если мы уйдем за линию горизонта видимости, то... Давай вперед. То они нас все равно потом догонят. Тем более спать мы, наверное, все-таки будем. Ладно. Как бы там ни было, лечить себя нужно. Пора. Лечить себя пора. Ага. Ну-ка покажи, что мы можем исследовать. Наверное, надо исследовать ларек. Это сейчас нам, наверное, гораздо важнее, чем всякие... лесопилки и эти уже такие вещи, которые нам особо не нужны. Конечно, в крайнем случае можно добывать из него кровь и делать черный пудинг, но он от этого будет терять здоровье. И опять же, я уже начинаю понимать, что главный ресурс в этой игре – это трава. Это трава. Ну, куда же нам без травы? Учим ларек. Он не требует у нас знаний специальных. Вот, смотри, ну, ты видал, что делают? Они сюда-то не заходят. Я думала, они здесь что-то будут делать, но нет. Ну да ладно, как бы там ни было, пускай у них будет, как говорится, простор для деятельности. Вода есть. А, компоста у нас так и не наблюдается. Омбу, ты там столько поел. Где продукт жизнедеятельности? Нету какашек, нету. Нету. Ой, никогда. Ни в одной игре я так страстно не желала, чтобы кто-то обкакался. Ну, не кто-то, а главный герой. Как сейчас. А это забавно, если бы мне было так грустно на самом деле. Так, помидоры у нас тут выращиваются, да? Свекла тоже. Вода есть. Вода должна быть. У вас вообще тут куча этих водосборников. На каждом углу, можно сказать. Ну, здесь вообще сколько, смотри. Прям море воды. А что, почему мы здесь? Ёлки с палками. Вот я, балда Ивановна. Мы столько прошли и ни одного помидора не вырастили. Но здесь вроде все нормально с помидорами. Тут еще и свекла есть. Так, кстати, по поводу жареных помидоров. А почему мы их не жарим? Или мы их жарим, но не очень. Так, мюсли, да? Да, мюсли-то у нас много. Давай-ка ты переключайся на помидоры. Так, здесь мюсли, а здесь свекла. Хорошо, хватит нам одних мюсли. А вот это сейчас у нас тут будут работать на помидоры. Окей, так, все. Потихонечку-потихонечку выбираемся. Очень потихонечку. У лекаря по-прежнему нету травы, а омбу надо лечить. Тянуть больше нельзя, поэтому поехали. Противоядие всего 10. Давай-ка. Полетели, ребятки. Идет подготовка. Идет впрыскивание. Тут опять какие-то мрак. Или это просто ночь наступила? Кап-кап-кап, капельки. Посмотрим, подействовало или нет.
Так интересно, огни горят посредине деревни. Это наши поджигатели стоят. Да, 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 немножко полегче стало. И надо будет мне все-таки заняться им и сделать еще одно закапывание. Все-таки 21%. Так, он у нас уже потихонечку хочет спать. Так, поджигатели, вас тут не слишком много? Нет, я их пока не буду убирать. Пусть стоят. Здесь мы что делаем? А, мы все еще биогаз делаем. Омбу. Так, перекресток сомневается. Стоямба. Стоямба, никаких сомнений. Вообще никаких сомнений. Мы вон знания принесли. А здесь мы никого не послали? А, мы послали в шахту. Ладно, знания, мне нужен песок. Но мы пойдем дальше в пустыню, поэтому я надеюсь, что знания мы принесем. Давай, за рудой. Вот, успели. Мы принесем и знания, и это. И здесь, Омбу, можешь даже не сомневаться. Я больше чем уверена, что впереди там тоже будет какая-нибудь гадость. Но давай-ка мы с тобой пойдем на север. Там можно будет еще покушать. Вот. Подчиняется, да? Ну, молодец. В принципе, мы о нем заботимся. Мы его и кормим, и лечим. Вот. Так что, мне кажется, доверять он нам, в принципе, должен. Тем не менее, у нас слишком много досок собралось. И мне так кажется, что пора нам эту лавочку прикрывать. Давай, давай, доделывай. Он, конечно, один, он там делает это медленно. Но сейчас доделаем и остановим. Это кажется, что опять какой-то дождь пошел. Ведь не было же никакого дождя. Все, у солдата выходной. Не было ж никакого дождя. Хорошее настроение, тем не менее, прекращается. Наша зверюга заснет, наверное, где-нибудь прямо на этих грибах. Ага, это облако ходит здесь. И тут у нас, в принципе, пска не видно. Ну, по крайней мере, небольшой участочек. Слушай, здесь такое хорошее место. Может, ты дотянешь туда? Ох-ох-ой. Сложненько, сложненько. Эта серия у нас с вами, друзья, была прям вот наисложнейшая. И дело в том, что, наверное, чем дальше время идет, тем сложнее все становится. Навоза у нас по-прежнему нет. Так, принесли железную руду, а это значит, что давай-ка мы тебя вызовем с отпуска. У нас 6 безработных. Куда вас поставить? Тут уже практически нечего добывать, да здесь вас хватает. Камней, в принципе, тоже хватает. Всякие лекари и все вот это вот, все у нас есть. Все у нас в избытке, все у нас в достатке. Может быть, даже надо построить третьего травника. Может быть. Но вопрос, куда? Я не знаю, либо вам поставить тут... они все равно далеко не носят траву. Либо поставить вам сюда ларек с едой, но это уже будет потом. Либо все-таки делать еще одного травника. Я не знаю, давай сюда я поставлю травника. Это что такое? Сырье, лесопилка. Да, мы ее изучили. Лесопилку мы будем куда-нибудь сюда ставить. Вот, а травника... А травника... Вот, давай ставить
Да, сюда. Вот, все убираем. Задаем приоритет. И подводим дорожку. Вот таким образом. Как хотите, будете ходить сюда за травой, собирать. Я не хочу больше вот этой проблемы с травоотсутствием. Так, тем не менее, что у нас с едой? Пшеница у нас по-прежнему растет плоховато. Плоховато. Можно было вторую ферму, наверное, поставить на пшеницу. Но запас хлеба пока что есть. А на самом деле в пустыне эта пшеница тоже растет, только ей нужна вода. Так, Омбо, тут у нас есть еда. Может, ты покушаешь, а потом сделаешь то, что положено делать. Порядочным, Омбо. Ой, зачем же я сюда-то послала? Хотела сюда послать, хотела сюда послать. Но на самом деле я расстроена, друзья мои. Так, Умбу, ты видишь, тут еда, да, да, еда, еда. Умбу, еда. Кушай. Говорит он, да сколько ж можно есть, я не голодный. Ну, ты все равно поешь, поешь, поешь. Только не ложись спать, пожалуйста. Главное, да, если он уляжется, мы опять столкнемся с проблемой. Но с другой стороны, у нас сейчас будет проблема другого порядка. У нас впереди пустыня. Нет, помидор. Собираем. Больше не сажаем никаких помидоров. Собираем. Свекла. Собираем. У нас была только одна ферма со свеклой. Ладно. Вот, почему? Да потому что впереди у нас с вами пустыня. И надо уже готовиться, собирать все, что можно собрать. И опять засаживать все кактусами. Боже ж мой, как это все нервозно. И еще вопрос большой в том, а ляжет ли Омба спать? У нас прекрасная обзорная башня, очень красивая. Но на самом деле она меня не так сильно радует, как могла бы. Если бы мы не потеряли 5 человек. Так, мы построили эту штуку. Давай, всего-то 1 древесина. Древесина-то есть. Древесина пошла, как только мы выключили вот эту вот доскопилилку. В чем дело? Почему мы тут не строим ничего? Самое время. Так, ты идешь, ты не спишь? Пожалуйста, не спи. Дотяни немножечко. Дотяни до пустыни. Травка, да, растет. Растет травка. Есть травка. Ее только надо собирать. Да достройте вы уже это же. Принесите сюда дерево. Поднимите мне веки. Омба, не спи, не спи, дружочек, не спи. У нас опять 111 человек. 6 безработных. Зато все вылечились наконец-то. Наконец-то все вылечились. Только все вылечились. Главное, чтобы наш дракон не заснул. Так, стоп, тихо, спокойно. Это мы вырубаем. А здесь мы сажаем траву. Траву сажаем. Вроде и дождь идет.
И влажность такая хорошая. Ну, больше они не будут сажать. Вот они как-то совсем вот просто рядом вокруг дома работают, и все. Давай так. Там, хватит себе столько. Что там у нас сзади творится? Вот. А, дерево срезаем. Нет, тогда. Тогда нет, не срезаем мы дерево. Пусть растет дерево. Это да, это срезаем. Вот. Посадили и второго человека сюда наняли. Вот, а теперь выдвигаемся. Теперь можно идти. Тут есть вода. Я очень надеюсь, что тут все будет нормально. С травой. Где мы? Все, наконец-то. Я очень надеюсь. Я очень надеюсь, что наш Омба дойдет. Что он дойдет нормально и выйдет наконец-то на эту травку. И поспит на ней. Ну, дракоша, пожалуйста. Пожалуйста, дракоша. Давай ты поспишь. Я думаю, что он умничка, он и сам поймет, что ему нужно поспать. Именно вот в этом вот безопасном месте. Но так это или не так, друзья, мы с вами увидим уже в следующей серии. Ну а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.